Всем добрый вечер! Меня зовут Янина Соколова, и я сразу хочу предупредить. Мне 120 лет, и я первая подавала каравай немецкому солдату. Это я, летчик того истребителя, который сбил малазийский Боинг. Именно я придумала слово «кацап». И это я, одна большая евробляха. Ну что, познакомились? А теперь о приятном. Нас не существует и не было никогда. Украина, слово забудьте. Малороссия будет? Да, Малороссия, Новороссия. Хорошо, договорились. Владимир Вольфович, Владимир Рудольфович, ну слабовато. Но вы же можете лучше, правда? Давайте подумаем, как еще более унизительно можно переименовать нашу страну. Недороссия. Младше братья? Нет. Свинолюдие. Давай по новой, Миша, все хуйня. Четвертый рейх, Соединенные Штаты шлюх и бандеровцев. Есть еще одну, но, если честно, тоже очень обидно. Россия. Янин, ну это же перебор. Давай свинолюдию оставим. Ну хорошо, Игорь, хорошо. Свинолюдие. Эврика! Владимир Вольфович, Владимир Рудольфович, ну, когда вы же наконец поймете, как бы насильник не называл свою жертву, она все равно не кончит. Я хочу, чтобы ты знал. Я за безопасный секс. Я тоже. Россия наконец-то определилась, чего хочет. Или чего не хочет. Или чего хотят 76% населения России и 92% свободолюбивых чеченцев. История с Донбассом. Уже начинаем цитировать российского президента. Только что закончилась его пресс-конференция. Будет вечной, пока украинский народ не выберет нового президента, не Порошенко. Украинские власти сегодняшние не проявили желания выполнять Минские соглашения. Они же ничего не делают для имплементации этих договоренностей. Ничего не происходит. Даже закон об особом статусе Донбасса, который был принят и ратифицирован, не принят, вернее, парламентом Украины, он до сих пор не вступил в силу. Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на этих территориях. Мне кажется, или президент великой державы ведет себя как обиженная тёлка. Не хочу больше общаться с Петей. Он не хочет признавать моих подружек ЛНР и ДНР. Да, я их тоже не признаю. Но это ведь мои подружки. Я хотела суши. Чтобы Украина вошла в 1/6 часть суши. Все его друзья называют меня хуйло. Ну и вообще, я с кем угодно согласна, кроме него. Ну хорошо, Порошенко тебе не нравится. Соберись, выпрямь спинку, обуй каблучки повыше. Мы подберем тебе достойную кандидатуру. Рабинович? Неправославный. Тимошенко? Чекисту с зечкой не по понятиям. Ляшко? У него же есть Боря. Слушай, есть подозрение, что мы тебе здесь пару не подберем. Да и зачем тебе пара? Ты же сам себе лучший партнер. Такого-то Путин полного сил, такого-то Путин, чтобы не пил. А может, ты станешь президентом Украины? А что? У тебя многогодичный опыт и международный авторитет. Тебя здесь все поддержат. Только есть маленькое условие. Приходишь на Майдан, кладешь руку на Конституцию и получаешь 400 ударов салом по ебалу. А там уже сам выбирай, копченое или соленое, какое тебя меньше полнит. Все жарили картошку и сало. Наконец-то состоялось долгожданное, никому не нужное событие. Выборы в ЛДНР. Но уже сейчас можно сказать, что эти выборы однозначно состоялись. Это показывает явка, она превысила 80%.
Наши каратели из СБУ подсчитали, что при такой явке за 12 часов на 408 участках должно было проголосовать 1 600 000 избирателей. Это значит, что у каждого избирателя на то, чтобы зарегистрироваться, получить бюллетень, поставить там галочку и бросить бумажку в урну, было 18 секунд. Потрясающая скорость. За 12 часов выборов в ДНР в мире прошло 20 лет. Murphy still grabbed his car. She crashed it. She's okay, though. Такие искривления в пространстве и времени можно объяснить тем, что ДНР находится рядом с черной дырой. Черная дыра – это конечный этап жизни звезды, в данном случае кремлевской. Но давайте вернемся из холодного космоса в еще более холодный Луганск. Можно по-разному относиться к выборам в ДНР и ЛНР, но с прискорбием должны признать, что выборы в этих республиках не прошли незамеченными международным сообществом. Легитимность выборов, а соответственно и молодых республик, признали авторитетнейшие международные наблюдатели. Выборы главы и депутатов Народного совета ЛНР отличаются от других стран демократичностью и высокой явкой избирателей. Об этом рассказал наблюдатель из Бельгии, член Сената Франк Крейерман. Было очень интересно увидеть, как люди стоят в очереди, они приходят массово, чтобы проголосовать, несмотря на довольно холодную погоду. Весомо. Интересно, а кто же этот человек, господин Крейерман? Ну, скажу сразу, он не член Сената Бельгии, но зато член партии... Ух ты! Правой партии «Фламандский интерес». Она признана фашистской в 2004 году и была объявлена вне закона бельгийским судом. Члены «Фламандского интереса» известны своей российской и ксенофобской идеологией, участием в беспорядках и массовом убийстве по этническому принципу в Антверпене. Прикол, да? Вот это прикол! Но бывает, не доглядели, в приличное общество просочился фашист. А кто там еще наблюдал? Так, Белла Ковач и Мартон Дьяндьеше, Венгрия, партия Йобик, националистическая ультраправая партия. Имеет в своем составе военизированное крыло венгерская гвардия, использующая элементы униформы и символику венгерских нацистов 40-х годов. Требует признания термина «цыганская преступность» и начала борьбы с ней. Магдалина Ташева, Болгария, партия националистического типа «Атака». Позиционируется как ультранационалистическая с элементами антисемитизма, цыганофобии, исламофобии и тюркофобии, а также за восстановление хороших отношений с Российской Федерацией. Эвольд Штодлер, бывший член антиисламской австрийской партии «Свободы». Владимир Крышлянин, сербский националист. И еще много-много достойных людей. Этого не может быть. Алессандро Муссолино, член правой партии. Вперед, Италия! Это что получается? Что выборы в ЛНР и ДНР признали все европейские фашисты? Эх вы! Что имеешь, не хранишь. Выборы в Луганской Народной Республике стали очередным доказательством того, что наше государство продолжает свое непрерывное движение вперед на пути к независимости и русскому миру. Россия! Моя ты Россия! А сейчас я покажу вам, как работает российская пропаганда. В Башкирии задержаны трое полицейских, подозреваемых в изнасиловании. По предварительным данным, в ночь на 30 октября девушка-дознаватель уфимского отдела полиции подверглась нападению своих же коллег прямо на рабочем месте. Двое из них – начальники районных ОМВД. Я специально взяла тему, которая никак не связана с Украиной и никак не связана с политикой. Я хочу, чтобы на примере ситуации, которая произошла в Уфе, вы увидели, как
русский телевизор влияет на сознание россиян. Вы мне объясните, что после этого вы не хотите сказать, что этих зверей не надо кастрировать и расстрелять после этого? А вы мне хотите сказать, что не должно быть смертной казни? Хорошо. Кастрация. Не химическая, физическая. Трех мерзавцев кастрировать. А я бы еще после этого все-таки их повесил. Притом, вот прям перед входом в здание, где они сотворили свои преступления. Да подонки они все! Вешать надо! Вешать! Ты мразь из Питера! Ты кто, мразь? Люди пишут, если офицеры, в кавычках, на следующий день все же осознали ужас содеянного, то почему не застрелились? Почему не застрелились тогда? Честь мундира – это вот этих подонков разорвать в клочья. Такие месседжи авторитетный журналист и лидер общественного мнения Владимир Соловьев транслировал своим зрителям в течение 30 минут. А затем провел голосование. Анна Борисовна, подведите, пожалуйста, итоги голосования. Мы задали вам вопрос, что с ними делать, казнить публично, дождаться результатов расследования или не единичное это преступление? Этих подумков. Да. Результаты следующие. Казнить публично 44%. Дождаться результатов расследования – это 16%. И 40% считают, что это их не единичное преступление. 30 минут. 30 минут хватило Владимиру Соловьеву, чтобы 44% опрошенных приговорили подозреваемых к публичной казни. Результаты следующие. Казнить публично 44%. И только 16% опрошенных готовы дождаться результатов расследования. Вдумайтесь, следствие еще не завершено, суда не было. А Владимир Соловьев за 30 минут собрал армию линчевателей. Я абсолютно не оправдываю людей, которых подозревают в таких жестоких преступлениях. Я осуждаю зверство и насилие. Но приговор должен выносить суд, а не Соловьев. Вы же понимаете, достаточно всего полчаса одного популиста и одной программы на радио для того, чтобы любого из вас приговорить к публичной казни. А теперь представьте, что сделали с вашим общественным мнением сотни Соловьевых на десятках федеральных каналов России, которые круглосуточно в течение 5 лет вдалбывают вам, что в Украине каратели, фашисты и враги. И вы потом едете к нам убивать и казнить. И умирать. А Соловьев спокойно закончит программу, сядет в самолет и полетит в Италию к своему домику на озере Кома. И будет ловить форель и пить розе. А вы продолжите переключать каналы и ненавидеть нас. Вот простое общение нациста с простым прохожим. Это же ведь чистая хунта. Вот у нас тут и написано «хунта». Тот случай, когда на русских объявлена охота. Вас отбирают ваше имущество в пользу государства, и вы получаете 5 лет тюремного заключения. То есть там еще жестче шанс. Черные джипы, киевские номера. И потом, через несколько дней, человек всплывает в Киеве, и оказывается, что он находится в руках СБУ. Объявлена охота за православными людьми. Турчина не православный человек. Баптист. Представляет какую-то... Светскую государство. Протестантскую секту. На самом деле, и Яценюк, это он же представитель секты саентологов. Именно так работает российская пропаганда. Ребят, может, вам пора прекратить это добровольное изнасилование телевизором? И напоследок наша постоянная рубрика «Дискуссионный вопрос». Если руководитель одной Кавказской республики написал оду своему пистолету, как вы думаете, что по этому поводу сказал бы Фрейд? Ответы пишите в комментариях. И если хотите попасть в независимый от Московского патриархата рай, подписывайтесь на мой канал. С вами была Янина Соколова. Смотрите новости вдумчиво.